каньоне. Мичел, когда нас убили? На 12 единиц. Мичел, пригнись. Береги нас, Мичел. Через полтора клика. Начинаю сброс. Автопилот запущен. Капсула сброшена. 1200 метров до цели. Глушу систему. Переключаюсь в режим невидимки. Все понял, 01. Вы пропали с радаров. 2-1. Мы заходим с азимута 315 на высоте 12400 футов в 2 морских милях от цели. Прием. Соединяю дисплей с боевой сетью. Наша главная цель — КП Атласа. Айронс прячется там и ведет свою войну оттуда. Вокруг города стоит несколько ракетных турелей, это их ПВО. Если мы хотим добраться до КП, придется их вынести. Дистанция до цели 200 метров. Отключите экраны, приготовьтесь к посадке. Thank you.
Понял, Афина 5. Аполлон 6, конец связи. Несем большие потери! Асти! Вперед, вперед! Открытом месте танки нас размажут! Гидеон, прикрой! Прямо по курсу запас оружия! Митчелл, идешь с Ноктом! Хватайте стингеры, мы вас прикроем! Пошел, пошел! Митчелл, я тебя... Они бегут! Видимо, противный центр! Митчелл, хватай стингер, пока танки по нами проехали! Дроны! Что они творят? Твою мать! Он это сделал! Мать твою, это сделал! Что случилось? Нокс ранен. Нужен медицинский транспорт. Немедленно! Нет. Это Мантикора. Отступаем. Выводите всех отсюда! Почему нас не затронуло? Айронс все учел. Для них это безопасно. Видимо, нам сделали прививки. Ответный огонь! Граждане Нью-Багдада, крепитесь. Победа близка. Оглянитесь, и вы увидите, как наши враги падают один за другим. Каждый из вас может стать тем, кто изменит мир. Да, у нас будут потери. У нас будут
хотите спокойной жизни, и вы ее заслуживаете. Она скоро настанет. Но для этого вы должны быть готовы драться за нее. Драться!